где-то есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Плачущей земле, не чуя сапогов, наш обескровленный отряд уходит от врагов, питаясь на ходу щавелевым листом, ночуя в буераке под калиновым кустом. Нам отдохнуть нельзя, бегом, 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 а наши якобы друзья засели за бугром и смотрят, как нас бьют, не отрывая глаз. И только длинные дороги полностью за нас. Вытри слезы, отдохни немного, я русская дорога. Отходи, а я тебя прикрою грязью да водою. Но по уши в грязи, в воде до самых глаз, через какой-то срок враги опять догнали нас и бьют еще сильней, вот-вот и порешат. Но лютые морозы к нам на выручку спешат. Отходи, утри горючие слезы, мы русские морозы. Заморозим, заметем тоскою, поманив Москвою. Природа на войне нам как родная мать, но есть время хорониться, а есть время наступать. И вскоре объявились мы во вражьих городках и стали все крушить вокруг, разбили в пух и прах, порвали на куски, размолотили в хлам и, добивая, объясняли стонущим врагам. Запомните загадочный тактический прием: когда мы отступаем, это мы вперед идем вместе с холодами и лесами. Впереди Сусанин. Просто нам завещана от Бога русская дорога, русская дорога. Спаси Господи. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Игорь Растеряев. Здравствуйте, дорогие телезрители. Телеканал «Союз». Хорошее начало, Игорь. Спасибо. Боевое. Мы позавчера возвращались из Минска. Были в Елизаветинском монастыре. Выступали там на концерте памяти одного человека хорошего, Олега Синицкого, дай Бог, ему, чтобы Господь им открыл двери рая. Вот ехали назад и пели вашу песню. Какую? «Русская дорога». Ага. Сначала она была белорусская, вот, потом превратилась в русскую. Но мы поняли, что это одна дорога по направлению к Берлину. Ага. Вот, хотя она с Рытвинами также все, но вот это... Было ощущение, что настолько велика наша страна, Россия, действительно. Едешь и едешь, леса, озера, поля. Такая красота неописуемая, такая сила за ней, за всем этим стоит.
такое ощущение величия. Хотелось бы спросить, а вот из каких, вот, откуда взялась эта песня? Какие побуждения были ее написать? Собственно говоря, песня родилась из мелодии, как, собственно, и все песни. То есть такого нету, что вот, дай-ка я напишу песню на какую-нибудь тему, да? Вот, патриотическую или там злободневную. Угу. Все идет, с неба сваливается мелодия, так сказать. И дальше уже ты сам ее играешь. Ты сидишь и играешь, наигрываешь что-то? Нет, ты едешь просто обычно в своем, так сказать, автомобиле, угу, и напиваешь всякую чушь по русской себе дороге, под нос. Да? Да, вот ты напиваешь всякую себе чушь под нос, угу, далекую от патриотики. Угу. Вот. И зачастую, что бывает, это ложится какую-то мелодию интересную, вот эта, угу, глупость, мелодия какая-то такая. Угу. И потом ее запоминаешь... Сюда вот загоняешь в гармошку, угу, играешь, а сюда что ни загони, все будет про русскую дорогу. Вот, либо про каких-нибудь солдат. Вот. Ну, инструмент такой сам, но... по себе. И... Есть такая поговорка: от избытка сердца говорят уста. Значит, сердце-то переполнено вот этой вот, ну, болью за Россию, да? Или что? Я не знаю, если честно. Нет, да? Я как-то так не могу сказать, что я тут с утра до ночи прям вот хожу в красной рубахе да в лаптях по стерне, думаю, ох ты, го еси, моя Россия. Нет, как бы оно само по себе идет, песня, я не знаю, откуда это идет. В частности, на русскую дорогу были две темы. Это вот как раз русская дорога непосредственно и песня про Юру Прищепного. Вот, которая уже потом была другая, она практически вся была сделана именно вот на русскую дорогу. Mm-hmm. Там даже концовки уже были придуманы, план песни уже был составлен. То есть я даже вот выбирал тему какую, mm-hmm, либо русскую дорогу, либо вот Прищепного. Выбрал в итоге разговор природы с отступающими вот русскими войсками. Вот так вот она, собственно говоря, появилась. Да. То есть она ни к чему не привязана, она просто появилась и все. Да. Не было идеи никакой. Там, ну, никакой идеи. Просто ни когда цикла, слушаешь, никакого. Когда слушаешь вот это вот, вот это. Это явно, что это что-то диалоговое вообще в музыке было, и что это такое вот успокаивающее что-то такое. Вот. Я понял, что эта дорога разговаривает с этими самыми солдатами отступающими. Потом морозы также, ну и так далее. То есть идея музыку, она вот все подсказала. Ну, это фильмы, да, это прочитанные книги. Ничего не влияет. Ничего. Никаких книг, никаких прочитанных вот это. Ну, откуда? То есть это откуда берется это? Это может, как, наверное, общую какой-то настрой внутренний, но какой-то толчок к написанию собственной песни это дать, ну, в моем случае я такого не замечал. Например, песня «Звонарь», она вообще не благодаря чему родилась. Песня «Звонарь», вот мы сегодня, mm-hmm, у вас ее с Еленой записали, mm-hmm. Вот. Она родилась как раз-таки в самом антивысокодуховном, если так можно сказать, месте. Это сцена кабаре, mm-hmm, в театре, когда полуголые девицы, мы там с этими в жилетках блестящих, там, значит, все это Франция, Париж, вот эти все кабаре, ноги задирают. А у меня вдруг пошла вот мелодия песни «Звонарь». И тогда еще у меня диктофона на телефоне не было, я у коллеги попросил, у него уже был телефон с этим диктофоном, и я его напел просто, чтобы, и дальше побежал девчонок кидать это самое. А получилось вот так. Да, то есть никакой связи нету, абсолютно. Ну, а как ты расцениваешь тогда такое искусство? Честно? Да. Я расцениваю, что это Божий промысел. Да. Да. Что Господь посылает, да, что-то? Да, я так, например... А ты расшифровываешь как-то? Я не знаю, что ну, я расшифровываю. Ну, насколько возможно. Ну, мелодия сваливается, дальше в гармошку и заходит, и уже как-то вот начинается текст. А почему это все началось, вот гармошка? Откуда она взялась? Гармошка началась с театрального института. Там что? Ребята играли на гармошке. Я ты тоже просто услышал, да? Да, я услышал, мне понравилось, и тоже стал пристращаться. Они мне показали пару моментов. Ну, вот. Принцип, да, игры? Да, тут же несложно. Ну да. Она же такой довольно простой инструмент. Относительно баяна, аккордеона. Вот. А потом получалось, что начались писаться песни. Вот. Ну, первые три такие были, так скажем, камерные, для друзей, о кухне. Вот, с определенной тематикой. Угу. А потом вот родилась песня «Комбайнеры», которая как бы такая пограничная стала, что она вроде как пошире для людей. Угу. Ну и вот, и уже без мата. Ну, я имею в виду, в хорошем смысле слова. Лексикой, нормально. Да, вот. И поэтому с них так все как-то все покатилось. А потом уже вот
произошел вот этот вот самый даже удивительный для меня вот этот вот заныр в патриотику. Вот. В связи с этим я вот эти вот все песни, так сказать, ранние на концертах перестал исполнять по причине подтягивания в концертные залы детей с родителями, там, пожилого поколения. То есть как-то мне это и так-то не свойственно так вот было. То есть в своей компании исполнял, а так вот как-то вот не стал потом. И уже пошел такой крен, вот уже патриотический. Прости, Игорь, а у тебя кто-то, ну, в роду воевал или... Ну, по матери потомственный блокадник, получаюсь, все 900 дней, 900 ночей. Бабушка, прабабушка, прадед на Пискаревке, вот на центральной аллее лежит. По отцу казаки все донские, река Медведица. Вот. Мы, кстати, на месте родового хутора крест поставили. Ты ездил туда, да? Я там, у меня дом там, я там практически родственники все, я там часто бываю. Кстати, песни все, клипы там снимаем. Вот, и там крест поставили, с роднёй стали собираться. Вот такие вот. Ну, то есть ты вот получился, ты таким образом обратился к корням своим, да? Ну, то есть получился такой процесс. И, кстати, через творчество... батюшка Анатолий, если вы не против, я бы исполнил про эту песню. Да. Она как раз именно про постановку креста на родовом хуторе. Да. Называется она «Ермак». Такое... Чтобы о предке моем, казаке, разузнать правдивую версию, я пришел к пересохшей реке в без 15:40 по Цельсию. Тут когда-то был наш хуторок, а теперь бугорки да садочки, а теперь перекрестье дорог в горизонт уходящих до точки. Мои предки тут с детства жили, руку ставили рубкой хвороста, а потом, кому надо, служили, вплоть до кризиса среднего возраста. На привалах варили варево и в походы ходили с пением. С ними враг любой разговаривал, словно крепкий ремесленник с гением. Где пройдут, там валяются флаги, стон чужих речевых оборотов. Все как после попойки в общаге Института дружбы народов. Я стою у иссохшей реки, ни воды, ни лягушек, ни ряски, где народ, что рубил в две руки, взял Сибирь и дошел до Аляски, где все те, кто в бескрайнем бою до Китая Россию раздвинули. Почему я сегодня стою здесь один, без земли, без имени, и смотрю на терновый кусток, на осину, что между садочками, то не терн, то терновый венок и осиновый кол с листочками. Я поставил на родине крест, пусть стоит тут как наваждение, как финальный аккорд этих мест, как пародия возрождения. Представляю я прошлые века, шашка наголо, на щите олень, будто я казак батьки Ермака. И наступает ночь, а наступает день, атаман наш песню бодрогая лосит, бородища да попа висит, будто все в дыму, будто все в огне. Снова на восток скачет наша рать, чтоб среди ковров в шахматной стране с черным королем в шашки поиграть, а нам по нраву эти горы и поля. Значит, здесь казачья земля. Бурелом, талая вода прет без всяких карт батька-атаман. Где я запою, там и широта, где мой конь пройдет, там меридиан. Пусть ругают нас с западных столиц, нам на них плевать, нас не взять на понт. У России нет никаких границ, у России есть только
только горизонт остается позади от наших войск. Наши метки Красноярск, Тобольск. Завтра на заре снова будет бой, будет сталь на сталь налетать звеня. Но всему назло я вернусь домой или со щитом, но скорее всего с двумя. Буду вспоминать, как я воевал, как на край земли вывел атаман. И весь мир смотрел, как у камчатских скал Тихий Дон впадал в Тихий океан. Как-то ты недобро щуришься, я, браток. Отдавай-ка быстро островок. Вот бы на чуть-чуть в прошлые века шашка наголо, на щите олень. А вот бы впереди батьку Ермака. И наступает ночь, наступает день. Спасибо, Господи. Такое настроение боевое. А литературный язык. Ты читаешь, да, что-то? Исторические какие-то вещи. И понятно, что не просто так же возникли образы. Да как сказать? Ну вот прочитал историю казачества Савельева. Угу. Это Новочеркасский было издано 1915 год. Такой серьезный исследователь. Наверное, что-то так... навеял, ну, интересовался так, помаленько. Но опять же, прочитанное, то, что ты прочитал, никак не связано с темами песен. Вот получается, какой парадокс. Почему-то это вот... все какие-то ассоциации, да, они где-то есть, они существуют, потом они как-то складываются, да, в образ какой-то. Да. Но они все равно должны быть внутри. Их же надо как-то в себя, ну, культивировать себе, это, может, так-то интересоваться. Какая-то работа происходит. Потому что я знаю, вот бывают такие люди, они, значит, садятся и говорят, я сейчас напишу песню. Кладет, значит, печатную машинку перед собой и начинает ее писать. И не встанет, пока ее не напишет. Ну, профессионалы. Это не тогда происходит. У тебя не тогда происходит. Не, у меня такое иногда бывает с мелодиями. Наверное, раза два или три было, что просто брал гармошку и играл от начала до конца новую мелодию, которая потом становилась песней. То ли «Так плясовая», по-моему, или «Весна» была вот придумана. Такие довольно веселые мелодии. Вот, бывает. Ну, руки сами берут, играют. Я не знаю, как это. Пару раз было, что снилось. Снилось. Музыка снилась. И даже снилась концовка песни «Курган». Вот это вот. То, что там есть, примерно вот как-то так приснилось. Вот. То есть, получается, ты погружен в эту... Постоянно. Ну, в свою тему, даже да? Когда я лежу на диване, я все равно в голове этим. Всегда идет. А это жить-то не мешает, ну, просто жить человеческой жизнью? Да нет, это просто такая, наверное, какая-то психосоматика. Ты уже впал в это состояние, да? Ну да. Да? Наверное. Ну, получается, как? Вот есть люди, да? Это есть Игорь Растеряев? Это есть Игорь Растеряев. А где тот, который был Игорь Растеряев? Так это всегда было. Всегда было? Ну да. То есть... Я же до этих всех, как, ну, вот, засветка произошла с комбайнерами, там, книжки свои же писал, рисовал. То есть всегда что-то, ну, пытался придумывать, там, вот. То есть это когда-то в детстве началось, да, вот в юношестве что-то включилось? Да, в детстве что-то, да. Как-то выключатель, бамс, у меня то же самое. Угу. Шел однажды вот ночью по дороге, и вдруг я увидел звезды, и вдруг почувствовал запахи. И откуда-то, как канал открылся такой. Ага. Я сразу стал писать стихи. Ну, я в детстве, да, был так включен. Немножко даже родители пугались. То есть, ну, все дети как дети. Ага. Вот. А мать приходит, я один раз сижу на таком стуле. И ну, все бегают, что-то раз, я так сел, вот так вот, голову так, и в прострацию впал. Ну, как Ленин, знаете, эту фотографию, где он уже когда? Ага. Это самое на грани. Вот ну, так вот. Она говорит, боже мой, сынок, что ж это такое? Ну, и так далее. А я, может быть, уже как-то это, флюиды ловил, не знаю. Да и крестили-то меня тоже странно. Первое воспоминание как раз из жизни, про крещение, скорее всего. Вот. Я же батюшку за бороду ухватил. Вот. Меня как-то в купель-то окунули, а я подумал, топить хотят. И помню лицо такое, ну, седая борода. Я думаю,
раз за бороду, ну, чтобы как бы не утонуть. Вот, и он такой, ох ты какой. И так, вот. А потом в алтарь повели, к огурчику плеснули, я до 22 не мог остановиться. И как бы помню это, как будто я сверху. Понимаете, то есть батюшка, и я вот такой в таких шортах, шерстяные, такую серую полоску. Вот, то есть как бы так издаля наблюдаю. Вот, вот какие-то такие истории. А крестик потом, которым вот меня крестили, я когда купался в реке Медведице, это, ну, наша родовая река, вот, я его там утопил, ну, когда нырял. Но я не расстроился, потому что я подумал, что это значит, что я как породнился со своей и так родовой рекой. Там же на ней станица наша родовая, и церковь там вот эта стоит, где там мой прадед там крестился, все вот это. Вот. А потом я поехал в низовье Медведицы, там есть такой город Серафимович, там есть монастырь женский, очень знаменитый. Там святыня есть, камень такой стоит в пещерах, и там отпечатались ладони Богородицы и от коленок ее такие. Знаете, наверное, да, такую святыню? Ну, Усть-Медведицкий женский монастырь. Усть-Медведицкий женский монастырь. Я слышал, но... Вот. И, значит, я там этот как крест вот этот вот купил, такой вот уже новый, и я так понял, что там, значит, я его... потерял, фамилию Растеряев, и он по Медведице и в Устье я как бы его же выловил. То есть, ну, так вот себе поставил. Вот. Что-то я отвлекся. Мне просто... Я уже начал думать, что мне надо какую-то ответную песню петь. Ага. Я все время тоже по ассоциациям строю свою программу. Так, песня, которую я хотел спеть, я что-то передумал. Я сейчас пою короткую, потому что передача интересная, хочется побольше возможностей. У меня есть такая песня, называется «Возвращался к Богу человек». Возвращался к Богу человек в той стране отчаяния и зла. Солнце жгло, и падал черный снег, и душа бесчувственной была. Шел в пыли, дорожные запеклись, слезы по родному очагу. Ты держись, мой брат, такая жизнь, пробивайся через «не могу». Возвращался к Богу человек. Спасибо. Такая короткая. Ну, пишу иногда миниатюры. Ага. Иной раз не хочется многословия. А миниатюры, они зачастую и как-то лучше. Там весь концентрат собран. Ну, наверное, вот наша первая передача подошла к концу. Угу. Я думаю, что она удалась. А можно мне ответить вам тоже с песней? Да. Как бы я ее... Кстати, она не популярная такая вот у меня. Ее мало кто... понимает. Но тоже она перекликается с вашей песней. Да. Называется она «Безрукавочка». Ночное небо кто-то звездами как сахарком поморосил. И я подсказочными соснами прилег в пути набраться сил. А на своей безрукавочке прилег в пути набраться сил. А на своей, да, безрукавочке прилег в пути набраться сил. Я, как и все, в пути скитаний свой прохожу земной урок, чтоб, как и все, кричать в отчаянье и думать, как я одинок. Чтоб, как и все, кричать в отчаянье и думать, как я одинок. Чтоб лишь в последние мгновения
отрываясь от земли, вдруг осознать, как откровение, что я не шел, меня вели. Отдать свое, да без рукавочку, чтоб кто-то тоже поносил. Уйти к тому, кто небо звездами, как сахарком поморосил. Спасибо, Господи. Дорогие братья и сестры, на этом наша передача подошла к концу. Эта передача была с Игорем Растеряевым. Божьей всем помощи, ангела-хранителя на всех ваших жизненных путях. Христос воскресе! Спасибо огромное. Быть добру!